Ремонт фасада в 110-м доме по Красноармейской долгожданный, но закономерный. Жители здесь немного, хорошо знают друг друга и активно участвуют во всех программах по благоустройству. Они в прошлом году попали в программу по капитальному ремонту, им отремонтировали все инженерные системы. А сейчас, в этом году, они попали в программу «Комфортная городская среда». Поэтому у них, в общем, все в порядке и с инженерикой, и с фасадом. Ремонт начался в конце августа. Рабочие уже выровняли поверхность, нанесли нижний слой штукатурки и приступили к покраске. Обещают закончить к началу октября. Пока идет ремонт, жители приводят в порядок двор. В субботник мы выходим, обязательно убираем. Вот клумбочку делаем, сажаем, посадили деревья. Плодовые, яблони, вишенку, там елочки посадили. Цветы сажаем, поливаем. В этом году в программу «Комфортная городская среда» попали 196 дворов во всех районах Самары. У нас жители непосредственно принимали участие в формировании перечня работ. Значит, в итоге все это легло в план благоустройства дворовой территории, проект благоустройства дворовой территории, который также утверждался старшими по домами. Кроме ремонта фасадов, жители могут выбрать озеленение, обустройство детской или спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт дворового проезда, установку ограждения и малых архитектурных форм. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.